Привет! Год назад сайт LifeLib проводил флешмоб, который назывался «Книжный вызов 2015». В рамках этого флешмоба каждый бросивший вызов человек называл количество книг, которые он собирается прочесть за 2015 год. Тогда я назвал цифру 15 и легко справился с этим вызовом. В этом году LifeLib повторяет этот флешмоб, и теперь он называется «Книжный вызов 2016». Я решил поднять планку и в этом году намереваюсь прочесть 20 книг. О некоторых из этих книг я сниму видеоотзывы и поделюсь с вами. Уже одна книга прочитана, и прямо сейчас я читаю книгу Евгения Гришковца «Планка», о которой, кстати, наверное, сниму видеоотзыв через некоторое время. Интересно, а какие книги сейчас читаете вы? Расскажите об этом под этим видео. С вами был Антон Деркач. Спасибо за внимание. Увидимся в новых видео. Пока!